Домна Примар, сегодня мы приехали поздравить вас, поздравить жителей коммуны Наталевка с замечательным днем, с храмом села, пожелать всем огромного здоровья, пожелать всем счастья, чистого неба над землей и всего самого-самого прекрасного, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал семьи ваших сел. И, соответственно, сегодня очень большой праздник, который мы с гордостью празднуем. Сегодня День Победы. Это день памяти, это день благодарности нашим предкам за свободу, за чистое небо. И это День Победы. Поздравляем вас и знаете, что Рената Усатый всегда рядом с вами, всегда рядом с жителями коммуны Наталевка. И по очень замечательной традиции на храм села вам в подарок для жителей этого села 100 тысяч лей. Я уверена, что вы знаете, как потратить эти деньги, чтобы было только во благо людям. Включаю. Большое спасибо вам и фонду Рената Усатого, и самому лично Рената Усатого за поддержку нашего населенного пункта. Эти деньги мы направим на ремонт дороги, соединяющей село Поповка и Наталевка, асфальтной. Ямочный ремонт выполним. И дальше будем стараться тоже работать, только на благо наших жителей, чтобы они гордились нами и, соответственно, нашей партией. Спасибо. Большое спасибо вам. Спасибо.